Телекомпания «ВИТ» представляет. Здравствуйте, уважаемые телезрители, добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Музыка как воздух, она окружает нас повсюду, просто одни ее слышат, другие нет. Вы не слышите, не беда, мы вас научим. Садитесь поудобнее, устраивайтесь перед экранами ваших телевизоров. Мы начинаем сегодня с нами здесь. Эстрадный оркестр под управлением Александра Евмененко. И, конечно же, наши герои, те, кто бросили вызов музыкальной неизвестности, вот они, встречают их аплодисментами. Прошу, занимайте ваши игровые места, они вас дождались, потому что мы начинаем наше шоу прямо сейчас, сегодня и здесь. Здравствуйте, уважаемые участники, давайте знакомиться, потому что миллионам телезрителей очень интересно, кто они, эти смельчаки, которые бросают вызов, несмотря на опасности, подстерегающие их, выходят сюда под аплодисменты всех присутствующих. Участник под номером один, Кашиф Уррахим. Руководитель группы по работе с ключевыми клиентами. Ему везет на знаменательные встречи с известными людьми. В 3 года он был знаком с Аллой Пугачевой, а в 23 с Филиппом Киркоровым. Кашиф Уррахим. Участница под номером 2 Татьяна Мишина. Домохозяйка испытывает сильное ощущение от просмотра 2 передач «Формула-1» и «Угадай мелодию». Свою музыкальную любовь и желание проявить себя по максимуму она решила воплотить в сегодняшней игре. Татьяна Мишина! И третий участник нашей программы Александр Щеренко! Сотрудник торговой фирмы. Он сам себя считает целым миром, поэтому его не удивить Атлантическим океаном с черным вулканическим песком. Александр Щеренко! Дорогие друзья, мы приготовили для вас легкие мелодии, узнаваемые, приготовили сложные. Где какие, не скажу. Предложу вам, Кашиф, выбрать любую категорию. Песня о песне. Отдел кадров, наш вернисаж, популярная классика. Начнем с песни о песне, нота номер один. Нота номер один в этой категории. Цена 1250. Слушаем. Кашиф, да. А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер. Веселый гений, ветер. Гений, конечно. По первому аккорду вы угадали эту мелодию. Отлично. Что будете брать дальше? Напоминаю, что в категории «Песня о песне» обязательно в тексте песни присутствует само слово «песня». Выбирайте. Наш вернисаж, нота номер 1. Итак, наш вернисаж. Вы решили попробовать, что называется, снять пенки со всех категорий. Нота номер 1. Слушаем. Татьяна, да! Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Ах, вернисаж, ах, вернисаж угадано! Александр, Кашиф нажимает на кнопку очень быстро. Татьяна опередила его. Сейчас она пошла на самом деле на риск, но этот риск был оправдан. Выбирайте свою тактику, потому что вы должны зарабатывать деньги. Вернее, забирать их у нас. Татьяна, прошу. Давайте отдел кадров. Отдел кадров. Вторая нота. Любые профессии в этой категории, пусть даже выдуманные, сказочные. Слушаем. Кашиф. Скатертью, скатертью дальний путь стелется. И упирается прямо в небосвод. Да, я какой-то чуть-чуть. Каждому, каждому. Лучше верится. Катится, голубой вагон. Какая профессия? Проводник. Профессия какая? Железнодорожник. Нет, вы ошиблись, к сожалению, нет. Вы поспешили. Это песенка влюбленного пожарника. На самом деле, 2 мелодии вы вне игры, но вы уже заработали достаточное количество денег. Я думаю, что эта ошибка не будет для вас фатальной. Александр... Ваш выход на арену нашей музыкальной программы. Выбирайте. Отдел кадров 3. Отдел кадров, следующая мелодия. 3. Слушаем. Они бывают разные. С легкой рукой и с тяжелой рукой. С тяжелой рукой и уколы делают больно. Да, Татьяна, вы решились. Что-то вот марлевые повязки. Да, а поет ее знакомый Кашиф, с которым он познакомился в 23 года. Филипп Киркоров. Филипп Киркоров, да, да. Подожди, одну секунду, здесь все решает ведущий. Он про медсестру. Медсестра, по глазке в марлевой повязке угадана, да. И, считай, влюбился по уши в нее. Прошу, Татьяна. Давайте 4-ю ноту в отдел кадров. Отдел кадров. Завершаем разгадывать мелодии в этой категории. Поехали. Татьяна. Пожелаем им ни пуха, ни пера. Кто? Опера. Прорвемся, ответят опера. Засчитано.
Кашип, вы возвращаетесь в игру, поздравляю вас. В общем-то, ничего страшного не произошло. Татьяна вырвалась вперед, но Александр вас не догнал и не обогнал. Прошу вас, Татьяна, выбирайте. Попробуем категорию наш вернисаж. Третья нота. Третья нота. Слушаем. Александр, ну вот, свершилось. Я играю, я тебе играю, Татин. Как ты? Ну. Как ты человека можно играть? Будучи воодушевленным его образом, его... Нарисовать. Я рисую, я тебя рисую. Я тебя рисую, да, совершенно верно. Засчитано. С небольшими помарками. Поздравим Александра, это его первая угадная мелодия в нашем шоу. Саша, Саша, молодец. Александр, прекрасно. Прошу вас. Вернисаж, продолжим, тогда четвертая. Четвертая мелодия в этой категории. Четвертая нота. Вернисаж. Татьяна. Раз, два, три. Рисуют мальчики войну. Так называлась эта мелодия. К сожалению, вы ее не угадали. Я вас не буду наказывать, Татьяна. Не потому что вы единственная участница на нашей сегодняшней площадке. И мое сердце, конечно же, стучит учащенно, когда я произношу ваше имя. А время первого тура нашей программы подходит к концу. До встречи во втором туре через несколько мгновений. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участники. Много ошибок. Ну что ж, такое бывает. Они просто пробуют свои силы в первом туре. Ничего страшного. Во втором туре они себя покажут и заработают все деньги мира. Настолько, насколько это возможно. Дорогие друзья, начинаем второй тур нашей программы. Помните, я говорил о том, что кто-то не слышит музыку повсюду. Надеюсь, теперь это с вами происходит. Музыка окружает вас в нашем шоу. Уважаемые игроки, занимайте ваши игровые места. Татьяна, поздравляю. Вы лидер по итогам первого тура. Играете отлично. Спасибо. Правда, ошибались, но ошибались очень удачно, когда не наказывают. Когда за это ничего не бывает. Вы выбираете категорию во втором туре. Если друг оказался вдруг, хиты 20 века, я танцевать хочу. О, Алла. Если друг оказался вдруг. Если друг оказался вдруг. Песни о дружбе. Слушаем. Кашип. Ничто на земле не проходит бесследно. Пойте, пойте. И юность ушедшая все же бессмертна. Отлично! Как молоды мы были, да. Из кинофильма «Моя любовь» на третьем курсе. Выбирайте. Ну, я даже думать не буду. О, Алла. О, Алла. Песня Аллы Борисовны Пугачевой, потому что с трехлетнего возраста вы следите за ее творчеством и знаете все ее мелодии. Друзья. Отдыхайте. Да помогут вам музыкальные боги. Нет, нет, не отдыхайте, соберитесь, наоборот. Слушай музыку. Александр! А когда придет весна, я дорожку... Не, не, там, там, там. Зима, зима. Ну? Я дорожку проведу. Золотую карусель потихоньку заведу, угадано! Да! Каши? Да. Не слишком ли высокие обязательства вы на себя взяли? Давайте, оправдывайте звание знатока песен Аллы Борисовны Пугачевой. Александр, выбирайте. Ну, тогда продолжим. Слушаем. Кашев был первым, да. Сейчас. Не подсказываю. Раз, два, три. Ну, вы же знаете. С трех лет. Любовь одна виновата. Виновата лишь она любовь во всем одна виновата. Да, да, да. В данном случае только вы один виноваты в том, что сейчас вы погрузитесь во тьму. У вас достаточно денег, достаточное количество денег заработано, но вас могут опередить ваши соперники. Поэтому молитесь музыкальным богам, чтобы они сейчас ничего не угадали. Татьяна, выбирайте. Хиты 20 века. Хиты 20 века. Отлично, слушаем музыку. Да, Татьяна. Обратитесь на себя взором, да, вот как бы посмотрите на себя. Девочка моя, да, угарно. Сергей Крылов, ваш выбор в дальнейшем. Продолжим, хиты 20 века. Следующая мелодия, хиты 20 века. Кашев, у вас еще одна штрафная мелодия. Слушаем музыку. Александр. Ты признайся мне. Александр, смотрите меня. Ты... Раз, два, три. Сейчас будет рокировка на скамейке штрафников. Ты скажи. Владимир Пресняков младший, к сожалению, нет. Вы не угадали эту мелодию. Над Кашифом всходит солнце. Александр, над вами заходит солнце. Полная драматизма игра требует поддержки. Зрительские аплодисменты раздаются в студии. Татьяна, выбирайте. Хиты 20 века. Хиты 20 века. Следующая мелодия. Вперед. Да, Татьяна. Дай бог. Дай бог, да. Александр Малин исполняет эту песню. Угадано.
У нас в хитах 20 века есть еще одна песенка. Будете Давайте ли вы ее брать? Закончим хиты 20 века. Давайте слушать музыку в этой категории. Вперед! Кашев, нужны ли мы друг другу? Вы уже ответили, в принципе. Нужны ли мы друг другу, там есть это. Да, фраза, конечно, да. Есть. Дождливое такси. Дождливое. Так называется эта мелодия. Защита! Александр, сейчас вам станет светло, тепло, но неприятно. Объясню почему. Дело в том, что время второго тура нашей программы подходит к концу. Оно уже, собственно говоря, завершилось. Завершился второй тур. По итогам второго тура вы покидаете наше шоу. Нельзя было ошибаться. Аплодисменты нашему игроку. Александр, спасибо огромное за участие. Всего доброго. Кашев, Татьяна, до встречи в третьем туре. Да, каждый должен задать себе вопрос, нужны ли мы друг другу. Я и это фантастическое шоу «Угадай мелодию». Каждый должен ответить, да, нужны. Конечно же, а куда мы друг без друга? Да никуда. Уважаемые телезрители, а умеете ли вы торговаться? Уверен, что да. Надеюсь, что также хорошо умеют торговаться наши участники третьего тура. Кашев, Татьяна, занимайте ваши игровые места в третьем туре. Как вы понимаете, вот это завывание имеет только одну цель – ввести вас в состояние мандража, потому что только один из вас, только один, выйдет в финал. Вы в третьем туре. Лидером по итогам первых двух туров является Татьяна. Татьяна, вы начинаете торги после моей подсказки. Песня, призывающая уделить внимание жаркому времени года. Прошу вас. Кашев, угадай эту мелодию. Попробую. С шести нот. С пяти. С четырех. С трех. С трех. Самая высокая цена. Три ноты. Торги прекращены. Песня, призывающая уделить внимание жаркому времени года. Слушаем. Лето. Что? Звездное лето. Звездная песня «Лето» вы, наверное, имели в виду эту песню. Нет, к сожалению, вы ошиблись. Филипп Киркоров, не обижайтесь. Посмотри, какое лето, посмотри, какие дни. Все само собой, и вдвоем у моря мы останемся одни. Счет 1-0 в пользу Татьяны. Подсказка номер два. Песня о прошедшем чувстве. Татьяна, прошу. Попробую угадать эту мелодию с пяти нот. С четырех. Угадываю. Угадывай. Песня о прошедшем чувстве. Четыре ноты. Слушаем. Ну, может быть, немного жаль? Нет, к сожалению, нет. Хотя вы сделали правильный ход. Вы выдвинули гипотезу. Там, где клен шумит, так называлась эта мелодия. Счет 2-0. 2-0, дорогие друзья. Может быть, не стоит брать на себя повышенное обязательство. С трех-четырех нот. Иногда бывает достаточно сложно угадать песню. Подсказка номер три. Песня о прелести среднеобразовательного периода. Ну, вот там мы любим такие витиеватые подсказки. Татьяна, прошу. Кашев, попробуй угадать эту мелодию с шести нот. С пяти. С четырех. Но мне деваться некуда, с трех. С трех нот. Ну что же, надеюсь, что ваш риск будет оправдан. Песня о прелести среднеобразовательного периода. Три ноты. Слушаем. Школьная пора. И при всякой погоде, да, пропадали пропадом мы во дворах. Угадано, 2-1. Внимание, внимание, ведущий сразу предупреждает, подсказка абсолютно прозрачная. Песня девушки, которой очень вредно не ездить на бал. Кашев, прошу вас. Три ноты. Три ноты. Это право начинающего торги сразу назначить самую высокую цену. Песня девушки, которой очень вредно не ездить на бал. Слушаем. Хоть поверьте, хоть проверьте. Песня «Золушки», да? Угадана. 2-2. Подсказка номер 5. Решающая. Песня о ночном экипаже. Кашев, прошу. 6. 5. Угадывай. Угадывай. 5 нот песни о ночном экипаже. Слушаем. Кашев знает, Татьяна, отвечать вам. Ведущий ушел куда-то, ушел, посмотрел свет, поправил грим, вернулся. Раз, два, три. О-о-о-о, зеленоглазое такси! Так называлась эта мелодия. Счет 3-2 в пользу Кашева. Татьяна, будем прощаться. Честно говоря, я так желал, чтобы вы вышли в финал. Да, ведущий должен быть абсолютно непредвзятым, но сегодня мои симпатии были на вашей стороне. Вы не оправдали моих надежд.
Так уходите же, та, кто разбила мое сердце. Всего доброго, аплодируем Татьяне Кашин. До встречи в суперигре. Я уверен, у меня есть предчувствие, что он разгадает все 7 мелодий за 30 секунд. Сегодня его день, ему повезет. Кашин, я думаю, станет суперфиналистом. Друзья, на кону 25 429 рублей. Хорошая сумма. Достанется ли она нашему финалисту? Поживем, услышим. Кашиф Уракин, занимайте центральное место. Место финалиста, оно ваше по праву. Как-то, вы знаете, виловато, что называется, вышли. Пришло уже осознание, я финалист, я главный на этой площадке. Да, действительно, вы главный. У вас много друзей, Кашиф? Да. Родственников? Тоже. Поклонниц? Очень. Все они сейчас болеют за вас вместе с миллионами телезрителей. Оправдайте их ожидания. Вы готовы? С Богом. Мы желаем победы нашему финалисту Кашифу Рахим. Аплодисменты. Полная тишина в зале. Начали. Хорошие девчата, заветные подруги. Веселые подруги, хорошие девчата, угадано. Да. Дальше. Виват, король, виват. Угадана вторая мелодия, да. Дальше. Надежда. Мой компас земной, а удача, награда за смелость. Да. Но поскольку я чувствую, вам не терпится узнать, за 5 секунд вы угадали 3 мелодии. Впереди 25 секунд, 5 мелодий. 4, простите, я плохо считаю, когда волнуюсь. Начали. Лунный, лунный, лунный кот, сердце, сердце ждет и ждет. Все теплее. Свет из лужи пьет и пьет. Да, угадано! А где аплодисменты? Ха! Не спать! Осталось всего 3 мелодии. Мелодия номер 5. Вперед. А все другое суета, есть я и ты, а все, что кроме... Легко. Прямо концерт какой-то в нашей суперигре. Угадано, да! 17 секунд в запасе, 2 мелодии впереди. Слушаем. Хочешь, я в глаза взгляну, в твои глаза. Кто придумал, что тебя я не люблю? Да, да, да. Ну, собственно говоря, я не сомневаюсь о скорбной судьбе наших 25 429 моих, рублей. Моих, да, они уже ваши. Одна маленькая формальность. Мелодия номер 7. Когда я стану кошкой, ла-ра-ра-ра, наверное... О, кнопочку нажмите, нажмите кнопочку. Жизни. Собственно говоря, все свершилось прямо на ваших глазах. Да, Кашиф Уракин становится финалистом, абсолютным победителем нашей программы. Знаете, я не сомневался, что вы станете победителем, абсолютным чемпионом нашего шоу. Никаких сомнений. Сомнения прочь, дорогие друзья. Кстати, это касается вас, уважаемые телезрители, сходите принять участие в нашей программе. Для начала отбросьте все сомнения и приходите. Это была красивая точка в нашем сегодняшнем шоу. Но впереди еще послесловие. Блистательная Мария Ржевская. Когда я стану кошкой? Счастливо, пока. Мяу.